Приветствую вас в очередном модуле видеокурса «Анимация с нуля» в Adobe Edge Animate. Меня зовут Федор Васильев, и давайте начнем урок. В этом уроке мы продолжаем изучать Parallax Scroll. Перед вами открыт пример, но только здесь намного все серьезнее. Вы можете наблюдать, что у меня идет Parallax во все стороны. Причем, обратите внимание, облака движутся в ту же сторону, что и мышка. А вот этот летающий корабль, смотрите, он движется в противоположную сторону. Также вверх и вниз. Давайте посмотрим, как это устроено. Можете обратить внимание, у меня в моем проекте я не использую в этом случае никакой анимации здесь, да? У нас вся анимация происходит за счет кусочка кода. Создаем новый проект. Я сделал сцену 800 на 533 и закидываем туда картинки. В этом проекте имеется всего три картинки. Я их выстраиваю. Здесь такая ситуация. Вы должны сначала разбросать картинки там, где вы хотите, чтобы они были изначально, а только потом будем работать с кодом. Картиночка летающего корабля у меня немножко большая. Здесь просто прозрачная область, мы ее вот так сокращаем. Также в этом примере я не использую никаких библиотек, то есть я через скрипт ничего не загружал. И теперь давайте повесим кусочек кода. Значит, в файле mouse-move берем вот такой кусочек кода в папке с уроком. Также идем stage, как и в предыдущем примере. И mouse move. И во втором документе composition ready. Код тут такой побольше. Аккуратненько целиком его выделяем и копируем. Нажимаем плюсик. Composition ready. И вставляем наш код. Чтобы в более большем удобном варианте просматривать, что у нас тут есть, можно кликнуть вот по этой стрелочке. И у нас раскроется в полном режиме. По сути, уже должно все работать, потому что я взял файл из готового проекта. Давайте убедимся в этом. Ctrl Enter. У нас все с вами работает. И давайте посмотрим на код. Мы с вами будем работать вот с этим кодом. У меня написано здесь облако. Это название объекта, точнее вот эти вот облака. Здесь идут позиции оси и Y. Min и Max — это минимальное и максимальное. Чуть позже разберем подробно. Также нижний код облака тоже относится к одному объекту. То есть, грубо говоря, вот это вот, то, что я выделил, это один у нас объект, одна картинка, облака, да. Второе UFO, NLO, да. То же самое здесь, только это значение для другого объекта. И также вот этот весь кусочек кода относится к другому объекту. Все, больше редактировать здесь ничего не надо. Просто у меня имеются только два объекта подвижных. В данном случае задний фон я не двигаю. Сейчас мы разберем более детально, а потом я покажу, что делать, если в вашем проекте больше элементов задействованы к мыши, да, чтобы они имели некое движение. Мало того, этот код в данном примере настолько гибок, что мы имеем полный контроль, и мы можем управлять объектами нашими не только движение по оси X, Y, а задать ли можем только либо по оси X, если это нужно, либо только по оси Y, либо во все стороны. И важный момент, если вы сейчас повторяете за мной и используете мой проект, то у вас все быстренько получится. Но если же вы сразу используете какие-то свои файлы, свои фотографии, элементы, которые вы хотите задействовать, вот так, чтобы они двигались, будьте внимательны, чтобы вам сократить время, назовите их таким же именем. Вот у вас какой-то есть объект, назовите его облако. У вас есть какой-то второй элемент, назовите его UFO. Это просто сократит вам время. И это ни на что не повлияет. Но если все же вы используете свои имена, вы должны понимать, что здесь прописано название нашего файла везде, да? Но если же вы используете какие-то свои имена,
Чуть позже я вам покажу, как прописывать новый элемент, точнее, к новому элементу новое значение, да? И давайте разберем на примере вот нашей летающей тарелки. Смотрите, что я сделал. Когда я вам сказал выровнять объекты там, где вы изначально хотите, чтобы они висели, вы их выровняли, потом тянете направляющие. Тянется к концу вашего объекта, а вот здесь на линейке примерно смотрите, сколько это. Вот ось X мы прорисовали и рисуем ось Y, да? И также на этой линейке смотрим примерное значение. Я выставляю мин 140 по оси X, да? А по оси Y я выставил 10. И вы увидели вот этот готовый пример. Вот смотрите, например, минимальное у меня 140 было. Я убираю минус и тоже ставлю 140. Сейчас вы посмотрите, как здесь все работает. И я надеюсь, поймете, как это использовать в ваших проектах. Обновляем браузер. И вот смотрите, по оси X, видите, я мышку двигаю влево, вправо. Двигаются облака, но летающая тарелка не двигается. У нас осталось движение только вверх-вниз по оси Y. То есть, если значения здесь одинаковые, у нас движение не происходит. Я определил, что у него положение 140, да? Теперь давайте попробуем здесь поставить минимальное значение 0. И посмотрим, что мы получаем. Смотрите, что происходит. Как я только мышку с краю наведу, во-первых, вот идет резкое движение, да, объект на 0. Потом у нас минимальный 0, максимальный 140. И наш объект, смотрите, движется по оси X вместе с мышкой, да. Если нужно вот это более амплитудное движение, то есть, чтобы наш объект более, так сказать, двигался мощнее, быстрее, например, уходил за рамки проекта, да, то здесь максимальное выставляете больше. Вот давайте поставим 500, например. Обновляем страницу. И смотрите, как движется объект. Он очень резко, очень дерзко уезжает в сторону. Видно, да? Вначале он у нас вообще не уезжал. А по оси Y он также тихонько движется, потому что мы ничего не меняли. Вот, смотрите, он движется вместе с мышкой, так? А как сделать так, чтобы теперь он двигался в обратную сторону, да, от мышки? Мы просто, где 500, ставим минус 500. И смотрим, что у нас получилось. Вот смотрите, мышка уходит у меня вправо, летающая тарелка влево. И наоборот. Видно, да? Я надеюсь, теперь вы понимаете, как здесь это работает. Давайте сделаем по оси Y не минус 30, а просто 300. Обновляем страницу. И он более мощный, двигается вместе вниз, да? А по оси X он движется, как я уже говорил, в противоположную сторону от мышки, да? Здесь он двигается вместе с мышкой по оси Y. Также то же самое, если мы здесь добавляем минус, обновляем страницу, то началось движение в обратную сторону. Мышь идет вниз, объект вверх. Видно, да? Соответственно, с облаками такая же история. Определяете положение X и Y. И тоже, видите, я тут задаю значение. У меня стоит минимальное 0. И по Y тоже 0. Потому что облака у меня во всю ширину сцены. Видно, да, здесь? Соответственно, от края у нас 0. И от этого края 0. Теперь, что касается дополнительных объектов. Я использую всего 2. А вы можете использовать неограниченное количество объектов, если вам это нужно. И сейчас мы с вами посмотрим, что нам делать, если мы добавили какой-то еще один объект. То есть вы добавляете два объекта, свои каких-то, да? Называете его также облако и UFO. Это нужно только, чтобы сэкономить вам время. Но если все-таки у вас три и более объектов, как я уже говорил, сейчас покажу, как внести в код изменения. Я подготовил вот такого вот робота. Например, я хочу, чтобы он изначально был у нас здесь. Он имеет название робот. И для начала давайте разберемся с самим кодом. Кликаем по Stage. Вы можете скопировать как бы готовый код
прям из нашего готового вот проекта. Смотрите, копировать мы начинаем, вот давайте, например, UFO. Начинается код для объекта UFO отсюда, да? То есть вы можете просто вот так его начинать копировать. Вот так вот вместе с кодом, да? Вот с этим. Вот видите, как я сделал? Код везде одинаковый. Просто везде прописано название объекта и его координаты, и все. Вот так скопировали UFO правой кнопкой мыши и копи. Кликаем в пустом где-нибудь месте. И сразу же вот ниже этого кода мы вставляем тот же код. Только обратите внимание, видите, вот здесь фигурная скобка. Она должна быть всегда здесь внизу. То есть каждые новые объекты и новый код к нему вот так копируете и вставляете ниже, 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 но всегда, чтобы вот эта фигурная скобка как бы замыкала всегда в конце. То есть всегда находилась здесь. То есть ниже нее не надо добавлять ничего. Не будет работать. Нужно добавлять именно до фигурной скобки. И я просто вставляю еще один блок UFO. И смотрите, что я делаю. Новый объект имеет имя робот. Я его прямо отсюда копирую, его название. Иду опять в Stage. И начинаю менять для нашего вновь скопированного кода все имена. Оно здесь повторяется много раз. И мы меняем его на робот. И Paste вставляю здесь. И обратите внимание, вот везде идет UFO, 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 UFO. То есть вот эти названия все нужно будет заменить на ваши. Я меняю на робот, вы меняете на свои, если вы используете другие свои картинки. Здесь меняем. Аккуратненько, будьте внимательны. Меняем только название. Здесь меняем. И здесь меняем, так? Здесь мы сменили. Дальше. Move UFO, да? Ну, тоже здесь меняем. И внимательно смотрим. Смотрите, идет UFO. Меняем здесь. Дальше смотрим код. Вот здесь тоже UFO. Меняем на ваше название. Здесь тоже UFO. Меняем. Следующий кусок кода то же самое. И дальше. Вот здесь между скобочек. Вот здесь. И вот здесь. Вот такая вот операция. То есть каждый раз для нового объекта вам придется везде вот здесь прописывать название вашей картинки. Понятно, да? То есть у меня сейчас три объекта. Робот, облако и НЛО. То есть смотрите, вот код для робота. Вот код для UFO. И вот код для облака, да? То есть три объекта. Пока закрываем. Давайте определим его место расположения. Итак, я определил у нашего робота его место расположения и выставил все значения одинаковые. То есть я определял местоположение, как я уже говорил, позиции x, y, именно вот этот min, минимальное и минимальное. У меня получилось 476, а по y 239. И чтобы убедиться в том, что он действительно стоит там, где нужно, позиции макс я выставил точно такие же, чтобы он не делал никаких движений. И если я обновлю страницу, и как только мышку поведу на наш холст, то он не должен двигаться. Вот смотрите, я мышь навожу, двигаются облака и тарелка, а робот не производит никаких действий. Значит, вот это его положение там, где я захотел, чтобы он был, оно верное. То есть я указал координаты верные, да? Вот, я двигаю, и он никаких действий не делает. То есть вы каждый объект вот так подгоняете, определяете его местонахождение, потом определяете x, y, выставляете минимальные вот эти все значения, а потом в коде вот здесь вот решаете макс, вот эти макс и макс. Вот здесь играете, ставите цифры настолько, насколько вам нужно, чтобы объект производил движение. Хотите ли вы, чтобы он с мышкой двигался или против мышки? Также все здесь настраивается, да? И вот теперь давайте зададим движение. Например, мы хотим, чтобы он двигался только по оси X, да? Давайте попробуем, вот как у нас есть. Только я поставлю просто минус. И посмотрим, что это даст. Мы видим. Вот смотрите.
Я двигаю мышь. Если я просто вниз вверх двигаю, он все равно движется по x, да, видно. Если в сторону, то он делает вот такие мощные движения. Если хотите, чтобы он двигался меньше, давайте попробуем здесь еще поставить 10. Так, а теперь давайте попробуем просто убрать у него минус. Никаких изменений я не вижу. Давайте попробуем, чтобы он двигался вместе с мышкой. Вот это значение мы делаем больше, чем минимальное. Делаем, например, 480. Без минуса. Обновляем страницу. Он у нас движется еле-еле. Вот если вы видите. Давайте прибавим еще чуть больше. Сделаем, например, 550. Обновляем страницу. И видно, да, что теперь он уже очевидно движется. И смотрите, если нужно, чтобы он двигался с мышкой, то есть в сторону мыши, да, вот видите, я тяну вправо, вправо он и двигается. По оси Y, соответственно, нет никакого движения, да? Думаю, я вам понятно объяснил, как здесь можно настраивать и как менять значение, да? Давайте теперь с Y. Давайте сделаем здесь 300. У нас началось движение по Y. Видно, да? То есть здесь тоже мы двигаемся вместе с мышкой. А давайте по X оставим как есть, а по Y сделаем с минусом. Посмотрим, будет он двигаться в противоположную сторону от мышки. Обновляемся. Вот смотрите, по Y я тяну вниз, он движется вверх. А по X все у нас работает. Он движется вместе с мышкой, да? Так что вот смотрите, какая замечательная у нас получается вещь. И здесь нужно, конечно же, настроить так, как вам нужно. И будет это все работать. Урок достаточно сложный для начинающих. Я надеюсь, я в этом уроке доходчиво подал вам материал. Пробуйте, у вас все получится. А на этом я заканчиваю урок и увидимся в следующем.